Всем привет! Мы на канале Стефа и Каролина. Сегодня мы были в китайском магазине и купили джекфрут, арбузик, такой фрукт, не помню название, черную сливу, мороженое разных вкусов с рисовым тестом и пирожное, тоже рисовое тесто со вкусом персика. Сейчас будем все пробовать и посмотрим, понравится нам или нет. Начнем арбузик. Для нас то, что известен, да, арбузик без косточек, сладенький. Вкусный? Это сладкое. Сладкое. Что следующее будем пробовать? Давай сливу. Давай. Сливу теперь пробуем. Давай попробуем сливу. А можно? Конечно, можно. Вкусно. Вкусно? Сладкое? Да. Ну, давай теперь неизвестный фрукт. Да. Вернее, название неизвестное. Да. Пробуйте. Ой. Как? Вкуснятина. Вкуснятина? Нет. А Стефи не очень. Сладко? Ну, косточки давай. Давайте теперь пробовать малинку. Пробуйте. И вот так руками. Стефани, будешь пробовать я малинку? Стефани. Как? Вкусно. Что, кисло? Ну, следующее что у нас? Джекфрут. Сейчас мы попросим папу открыть. Да. Ну, давай что-нибудь из сладкого тогда попробуем. Пробуем пирожное. Держите, девчат. Вкуснятина. Вкуснятина, что там внутри? Ага. Желе, да, какое-то? Да. У тебя белое, а у тебя прозрачное. Вкусно белым. Вкусно? Ну, теперь давайте пробовать мороженое. О! Какого мороженого начнем? Давай вот такого. Давай. Сейчас я... Пробуем. С манго начнем, давайте. Да. Держите. Вкусная сманка. Пошлите посмотрим, как папа разделал джекфрут. Ну как вам джекфрут? Стефани, пробуй. Стефани, нет, а я да. Что, Стефани? Невкусно? Всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.